На сегодняшний день, на мой взгляд, перед нами, как сказал сбалансированный, кто-то из нас, наверное, сказал, сбалансированный вариант интересов обеих сторон. В какой-то мере. Мы здесь отстаиваем не максимум, а минимум, я думаю, минимум. Мне кажется, есть такой скромный подход к определенным выражениям, формулировкам, нам и так далее. Ну, конечно, есть какие-то статьи, где можно было как-то изменить какую-то другую формулировку и так далее. Но есть и статьи, которые тоже, мне кажется, например, статья 11, еще она требует какую-то доработку, не так кажется. А вообще, абхазцы говорят, ах, сколько пчелалага, и вот так он мархалозобрый. Поэтому, кто бы это ни предложил проект нашего нового договора, в принципе, я думаю, что этот договор полезный и российской стороне, и нашей стороне. И мне кажется, что здесь усиление интересы обеих сторон. Тот, кто хочет искренне учитывать интересы и той, и другой стороны, я думаю, что должен поддержать вот такой проект договора. Мне так кажется. Поэтому я потом, видимо, вы предложили уже по статье на обсуждение проекта договора. У меня, кстати, к 11 статье перед вами лежит, есть такой выводочек. Определенная поправка. Спасибо. Можно одно уточнение? Я прошу всех иметь в виду, мы говорим сегодня уже об окончательном проекте, а не о том проекте, который Россия представит. Мы комментируем, мы говорим о нашем проекте, когда мы говорим, что нужно его подписывать. А сбалансировано, на мой взгляд... Нет, нужно подписывать, пока никто из нас не говорит. Нет, в смысле, для обсуждения предлагаем.